Кирове 12 часов и 5 минут. Начинается программа «Дневной разворот». Ведут передачу Анна Лапшина и Владимир Сметанин. Как обычно, у нас сегодня 2 часа. Впереди 2 часа разговоров на очень важные темы. Ну, после 13 часов мы затронем любопытную тему, связанную с текущим состоянием рынка труда. Да? Насколько сейчас легко найти работу, сколько сейчас работодатели готовы предложить в плане оплаты труда. Я маленькую затравочку сделаю. Да. Оказывается, в Кирове работодатели в очень многих отраслях предлагают зарплату больше, чем запрашивается искатель, да, судя по статистике. Да, действительно. Ну, мы сразу скажем, что у нас второй час будет выходить в записи, потому что мы беседовали с нашим спикером накануне. Это Ольга Брылева, руководитель приволжского филиала компании HeadHunter. Целых 50 минут прообщались. Было очень интересно. Надеюсь, что вам, наши слушатели, тоже будет все это интересно послушать. Ну, сегодня мероприятие с участием, да, HeadHunter у нас в городе. Именно поэтому не проводилось, прямой эфир. Да, поэтому мы не смогли сегодня именно в прямом эфире пообщаться. Бежим к первой теме. Да, первая тема тоже очень важная. Очень много гостей. Я думаю, что все в курсе уже, что начались масштабные работы по расчистке русла реки Хлыновка. Как... И берегов. И берегов тоже, как было анонсировано, в том числе городской администрацией. Работу затронут, ну, такой протяженный участок этой реки, порядка 7 километров от Вятки до микрорайона Чистые пруды. И что еще очень важно, что делается это в преддверии, естественно, юбилея 650-летнего. И более полутора десятков лет ничего подобного у нас не делалось. Ну, мы все прекрасно помним и знаем, что у нас проблема малых рек, протекающих по территории областного центра, она очень остро стоит. Да, территория, хотелось бы, чтобы была чистой, благоустроенной. И вот... Хотелось бы, чтобы это были места отдыха. Да, и вот нам как кажется, что действительно серьезные усилия начали предприниматься в этом отношении. Будем беседовать. У нас гости в студии, гости еще на телефоне будут. Давайте представлять по порядку, да, всех. Тимур Абашев в нашей студии, исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды Кировской области. Тимур Инвитович, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, два общественника, два руководителя проекта «Ежовские родники», Владимир Селезнев, Зенев, учредитель некоммерческой организации «Здоровье нации. 21 век». Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Да, и Сергей Лутошкин, координатор проектов, соответственно, той же организации. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Ну и по телефону к нам еще присоединится Дмитрий Дудин. Это Росводресурсы, управление Росводресурсов. И Светлана Кекина, начальник отдела зеленого строительства, управления дорожной и парковой инфраструктуры. Но немножко попозже. Наверное, с Тимура Инвильевича начнем. Да, разумеется. Собственно, откуда деньги? Что предшествовало этой работе? Деньги, как к этому, да, готовились, как в чем концепция их заключается? Как, да, вы их выбили? Вопрос очень достаточно он большой, важный для жителей города Кирова. Часто обращаются ежегодно к нам жители: давайте почистим ту речку, другую, там что-то сделаем с каким-то. Процедура это достаточно непростая. То есть для того, чтобы получить финансирование на реализацию таких проектов, требования, которые представляет нам Москва, она говорит, что в такие водные объекты, в Малой реке, должен быть прекращен сток. То есть по-русски сказать, что они не должны загрязняться. Вообще любые стоки? Да, стоки централизованные, ну, те стоки, которые не соответствуют требованиям. Я напомню для наших слушателей, что у нас на протяжении длительного периода времени в Хлыновку осуществляли стоки там хозяйствующие предприятия, и эти стоки, такие как Киров, Краска, там сувенир у нас предприятия были, они являлись недостаточно очищенными в силу там технологических решений принимаемых. Вот в 2016 году предприятия технологической цепочки там отдельные поменяли, какие-то предприятия прекратили свою деятельность, сток прекратился. С 2016 года начали работу по подготовке, разработке проектной документации. Это тоже достаточно длительная процедура. Ей предшествует момент проведения мониторинга ежегодного на протяжении как минимум 3 лет. То есть мы должны выполнять мониторинг, исследования, наблюдения за качеством воды, за состоянием берегов, биоводоохранных зон, для того, чтобы подтвердить, что есть динамика, негативное воздействие на водный объект, качество его ухудшается, и необходимо проводить мероприятия по реабилитации. Вот эти наблюдения провели, разработали проектную документацию. Следующий этап — проектную документацию проводили, защиту этих проектных решений. Это все в министерстве делалось или в совокупности с другими тоже органами? Эти все наблюдения выполнялось, мониторинг выполнялся нашим министерством. Далее результаты мониторинга направлялись уже мы в Росводресурсы с помощью наших коллег из Кировского отдела. Активную работу вели с федеральным агентством по Росводресурсами. Далее на
бассейновом совете, это такое вот окружное мероприятие, совет, на котором рассматриваются заявки, uh-huh. проектные решения, принимается решение о том, что, ну, вообще в целом этот вопрос заслуживает внимания, его надо двигаться в его реализации. Значит, на бассейновом совете рассмотрели результаты нашего мониторинга, получили добро на разработку проектной документации, uh-huh. получили федеральные средства на разработку проекта, заказали проект, его разработали, далее этот проект защищали, опять же, в Москве, в Росводресурсах, отстаивали, что Кирову, Кировской области в преддверии 650-летия необходимо выделить средства на расчистку русла реки Хлыновки для того, чтобы убрать упавшие деревья, убрать те деревья, которые нависают и в скором времени могут там в период паводков как раз обрушиться и там тем самым создать затрудненное движение, будет скапливаться мусор, будут вот эти как раз донные отложения накапливаться, и эта вся история с донными отложениями, она ведет ко вторичному загрязнению. Угу. Поэтому Москва нас поддержала, удалось привлечь сюда средства на выполнение этих работ. В прошлом году получили положительное решение, в этом году в 23-м деньги пришли, заключили контракт с организацией, с нашим кировским местным подрядчиком, компания с очень интересным названием «Ясен пень». Веселые ребята. Да, веселое название, активные ребята, в общем-то, за работу взялись, посмотрели, ну, как бы двигаются очень они активно, уверенно. Хорошо, значит, в рамках этих работ, как уже говорили, будут проведены работы по расчистке русла Хлыновки, то есть от Вятки у нас организация пойдет вдоль практически до микрорайона «Чистые пруды», сначала пройдут вдоль берегов, уберут упавшие деревья, деревья, которые нависают над водным объектом, значит, после вот этого следующий второй этап будут возвращаться обратно к Вятке, убирать уже заторы непосредственно в русле Хлыновки, убирать деревья, которые там, стволы, пни какие-то, еще вещи, мусор, который в водном объекте скопился, и также параллельно будут выполнять работу по углублению и сбору донных отложений. Самое это важное, что у нас, вот на мой взгляд, какая история. Мы давно с вами со всеми общаемся, и ведется в городе большая работа и с привлечением неравнодушных жителей города, граждан, к созданию мест отдыха, созданию мест отдыха у воды. Вот у нас Хлыновка, она когда зарождалась, это же было мероприятие, рассматривалось в том числе с участием жителями, как одно из якорных мероприятий по созданию ленточных парков. Такая у нас был проект и 30 скверов, и ленточные парки. Вот это вот как раз у нас основа для создания ленточного парка. В преддверии 650-летия городом мы работы синхронизировали. Город точно так же заключил у нас контракт порядка 1,5 миллиона, может быть, чуть больше рублей, на как раз уже уборку берегов Хлыновки и ее водоохранной зоны. То есть здесь будут созданы в рамках этого контракта, я насколько понимаю, несколько мест для жителей, куда можно будет прийти, отдохнуть у воды как раз. И берег будет почищен, и, может быть, там малые архитектурные формы, скамеечки будут установлены, площадки для отдыха. Будет в этих местах более сильно, значительно углублена река. Купаться-то можно будет в Хлыновке? Я думаю, что да, возможно будет. И в том числе и купаться. Почему нет? Потому что сегодня у нас, в общем-то, в Хлыновке люди купаются в целом. То есть есть места, где купаются. Да, у нас рядом с дачей. Она, правда, мелкая там совсем. Да, но с детьми приходят. Это неплохо как раз. Течение небольшое, места, река не глубокая. То есть здесь, когда будет создана инфраструктура, это будет очень хорошее, ну, классное место для отдыха горожан. Я думаю, нас Светлана поподробнее об этом расскажет. Светлана Кекина мы имеем в виду. Да, скоро начнем, я думаю, уже ее набирать по телефону. Еще раз хочется уточнить. Вот вы сказали, за то время, когда прекратились стоки в Хлыновку, там качество воды стало улучшаться? Что ваши специалисты динамика отмечали? Динамика по загрязнению, да, она, с одной стороны, вот непосредственно в верхнем течении, в среднем течении в городе, оно показывает, что прекращение загрязнения именно первичного от сброса централизованных стоков. Вместе с тем, ведь у нас есть такая ситуация, вы о ней хорошо знаете, это и недостаточная сеть ливневой канализации. То есть у когда нас стоки с дорог туда стоки попадают. С дорог, да, попадают в том числе водные объекты, они их загрязняют, конечно. Ну, город в этом направлении, недавно Вячеслав Николаевич говорил, работают пока точно локально на участках, но перехватывающие ливневки, я знаю, что они планируют реализовывать эти работы, выполнять. И сейчас вот в результате исследования как раз в том числе донных отложений мы видим, что сейчас есть у нас вторичное загрязнение. То есть это когда загрязняющие вещества
вымываются из ила, из песка на дне реки, которая идет. И эти загрязненные стоки уже идут у нас в Вятку. То есть вот с этим мы тоже боремся. И это одно из направлений, одна из задач, которая должна быть достигнута по результатам выполнения этой работы, прекращения загрязнения и реки Вятки. Мы не озвучили сумму, которую федеральный центр выделил. Это 2,5 миллиона рублей. Претендовали на большее? Нет, 2,5 у нас. Потому что по нынешним меркам, и учитывая таких масштаб работы, ну, как-то, наверное... А и хватит вообще этих денег? Не слишком-то и велика сумма-то. Подрядная организация взялась за работу, считает, что этих денежных средств им хватит. Но, еще раз повторюсь, эти же затраты на реализацию проекта, они в проекте просчитаны, в проекте прописан объем выполняемых работ, извлекаемых масс и объем сноса деревьев, расчистки вот этого там от мусора, от стволов поваленных, которые находятся в водном объекте. То есть в целом этих средств на эти работы хватит. А надолго хватит результата? Вот это очень вообще отличный вопрос. Разговаривали мы и с подрядчиком. 16 лет не возвращались к этой теме, да? А сколько сейчас? Это же ведь вопрос, ведь он с чем связан, да? То есть надолго ли хватит там от стоков, может быть, его хватит и там на порядка там 15-20 лет, да? А если мы говорим о состоянии берегов, то поросль-то она растет очень быстро, и в близости с водным объектом-то за 3-4 года без должного ухода со стороны как раз уже администрации этой территории, конечно, они снова будут затянуться растительностью. Ну, эта растительность пока, наверное, не будет падать в водный объект, в реку у нас затрудняет движение, но в целом следить за территорией после расчистки, конечно, будет то необходимо. То есть, по идее, муниципалитету, ну, что называется, на баланс, надо брать. Содержание, я думаю, что да. То есть, планировать в системном режиме раз в 3 года работы по расчистке берегов, по поддержанию их состояния там в качественном благоприятном условиях необходимо проводить, выполнять. 7 километров, вот эта территория, эта протяженность, почему именно такая цифра была выбрана? По результатам исследований, это как раз у нас получается Хлыновка, ну, на протяжении, через весь город она происходит вот здесь. То есть там 7-й километр, это уже практически чистые пруды, за чистыми прудами сбросов в Хлыновку у нас уже их и нет, и не было раньше. То есть там выше по течению ситуация более-менее? Там уже земли сельхозназначения, а также бывает оттуда, что идет диффузный сток, так называемый, там загрязнение попадает, но это уже связано в первую очередь там с внесением органических удобрений на поля, и когда талыми водами, дождевыми эти стоки попадают в водные объекты, а централизованных выпусков там нет, и нет пересечений с автомобильными дорогами. Ну, пока мы ждем представителя горадминистрации, по телефону мы собираемся набирать Светлану Кикину, хотелось бы к общественникам обратиться, да. Сергей, Владимир, вы наблюдаете за тем, что происходит сейчас на Хлыновке? Как вы оцениваете? Пожалуйста, Владимир Селезенев, проект «Ежовские родники», да. Да, как, на ваш взгляд, все это протекает? Еще ближе к микрофону. Посчастливилось поучаствовать в данном проекте. Мы сейчас сделаем тропу до родников. Это металлическая конструкция. Ранее это была деревянный тротуар, который сделали... Но мы говорили об этом. Да, мы уже ранее говорили. Да. Вот в данный момент мы уже выполнили работы на процентов, наверное, на 70-80. То есть основное сложное мероприятие это было завинчивание свай, потому что там болотное, ну, глубоко вот это самое завинчивать, там порядка на 2 метра. Проблема даже найти твердь, что называется. Да, совершенно верно. Чтобы там капитально они стали. Да, все-таки мы нашли фундамент, закрутили, и сейчас конструкция уже очень-очень стабильная стоит, то есть там люди могут ходить и не бояться, что там это расшататься. Вот. Но у меня больше вопрос, знаете, такой, так как мы делаем вот этот проект «Родниковая тропа», мы все знаем, что родники, они впадают в Ежовское озеро. Так вот, мы полтора года назад, ну, два уже года назад, делали исследование вот этого озера, да, прямо на лодке с щупом оплывали и смотрели там, сколько донных отложений, порядка 1,5-2 метра. И проблема в том, что если мы, ну, рано или поздно, да, будем чистить это озеро, то станет вопрос, куда вот эти донные отложения складировать, потому что это тоже, ну, дополнительная проблема. Мы знаем, что здесь был старый водопровод, водоканал, да, первый исторический, и ил, он насыщен, ну, такими отходами, как хлор, и наверняка нужно брать анализ карт,
иловых карт, самой воды и понимать, то есть если мы сбаламутим вот эту всю взвесь, что мы получим, или положительный результат, или отрицательный, то здесь это требует очень серьезных исследований. Кроме этого, вот я тоже как бы уже 5 лет занимаюсь исследованием водных ресурсов, был знаком с такой компанией Запахёльцера, да, которые ну, занимаются водными ресурсами. На мой взгляд, здесь проблема стоит более глобально. Нам для того, чтобы заниматься акваторией, нам нужно в целом заняться водным балансом. То есть понять, почему наши реки стали мелкими, почему они загрязняются и не самоочищаются. В общем, это история на долгие годы вперед. Владимир, да. Я прошу Давайте прощения, чуть позже немножко вас прерву. Да, Светлана Кекина с нами на связи, начальник отдела зеленого строительства управления дорожной и парковой инфраструктуры. Светлана, добрый день. Здравствуйте, рада. Добрый день. Ура, да. Ура. Да. Да, я знаю, что Светлана сейчас на учебе на какой-то как раз. И хотелось спросить по зеленой инфраструктуре. Вот хотелось спросить, после того, как будет выполнена расчистка русла Хлыновки, что будет делать город для того, чтобы Хлыновка использовалась, чтобы эти работы были заметны, скажем так, горожанам? Ну, может быть, не после, мы же тут говорим о некой синхронизации, да, работ, чтобы у нас, да, в этом году. Да, удачно как раз на примере Хлыновки можно будет посмотреть, как Министерство экологии и город работают вместе. А наш подрядчик так повезло, что он выполняет и их, и наш подряд. То есть у вас тоже ясен пень, да, подрядчик? Да, Игорь у нас работает. И получается, что ребята вместе с расчисткой русла выполняют еще и расчистку береговой линии. Тоже все по тому же самому проекту, который Министерство экологии нам тоже передало. Поэтому по техзаданию будет и уполаживание берега, и тоже выпуск мальков, и с нашей стороны тоже. Что будет уполаживание? То есть более покатый такой, да? Удобный заход в воду. Да, чтобы были подходы к воде. Вот. Сейчас для ребят будет важно еще подъезд техники, потому что они будут углубление русла делать в некоторых местах по проекту, они указаны, и в этих местах и будет уполаживание. Вот. Но один из пунктов того, что вот этот весь проект реализуется, была разработка концепции благоустройства этой территории. И я знаю, что в МКУ «Архитектура» этот проект есть, точнее концепция того, как на этой территории может появиться жизнь. Например, веревочные парки, пляжные территории и другие активности. Светлана, я прошу прощения, вам вопрос этот адресовать можно? Где хотя бы примерно, в каких точках будут вот эти места притяжения? Вот лучше это вот к архитектуре, то есть у них концепция есть, и они могут об этом рассказывать. Так. А как это дальше будет Интрига сохраняется. Это, конечно, следующее. Вот. Но я бы хотела сказать, что это не первый проект. На самом деле дорожно-парковая инфраструктура ежегодно делает расчистку береговой линии на небольших объектах. Например, Солнечная Люльченко. Там есть разработанная концепция, там есть активные горожане, кто создали проекты, и как раз территорию расчищали и горожане, и УДПИ. А Репинские пруды точно так же есть. Концепция есть, куратор сквера, и там была расчистка территории. А на Московской, в прошлом году на Ежовке. Это небольшая сумма, там ежегодно по 180 тысяч выделяется на это. Но тем не менее. А Хлыновка это такой первый, большой, объемный. То есть по нашему контракту это только около 1 000 000 на расчистку береговой линии уполаживания. То есть мы наращиваем такие темпы, объемы. Надеюсь, что это будет хорошая практика, и на следующий год вместе с Министерством экологии, вместе с активистами там, из 30 сферов или другими, мы сможем сделать и другие береговые линии. Например, Мостовицу взять. Там тоже очень красивый парк может получиться. Либо Ежовку, например, будет расчистка, и мы сможем берег тоже сделать. Светлана, скажите, сейчас на данный момент, что касается Хлыновки, там речь идет только лишь о расчистке береговой линии, то есть это снос, ликвидация вот этой всей поросли. Озеленение там возможно в будущем какое-то? И надо ли это делать, да? Здесь, конечно, нужно исследовать, потому что вот на данном
момент. Мы даже подойти не можем ни к берегу, ну, в большинстве случаев. Там есть мосты, там есть заходы, есть небольшие пляжи. Но чаще, ну, на всем протяжении чаще всего к воде вообще невозможно подойти. Ни посмотреть, ни разрез, ни вот это вот, где можно сделать подходы, сходы. И для проектирования нужно хотя бы начать сначала расчистить территорию. Поэтому дело в следующем. И, конечно, это было бы здорово. Сейчас расчистили, увидели, запроектировали. И в следующем году что-то, ну, может быть, не подсадка, а сейчас, да, санитарная такая рубка, уборка территории. Дай бог, будем развивать. В общем, на данном этапе стоит задача, в первую очередь, да, очистки. А я бы у Светланы спросила все-таки ее личного мнения. Я не знаю, что там МКУ архитектуру придумает. Вот вам, как кажется, Свет, как эксперту, где, в каких местах на Хлыновке можно было бы такие точки притяжения создать? Вообще мы смотрели, как можно связать Хлыновку, и там есть вот от моста двигаться, там есть там железнодорожная насыпь, она так-то используется. Там есть уже, ну, такие небольшие плато, на которых были раньше дома. То есть, по идее, там могут быть какие-то экологические станции, например, для изучения там юнатами. А там можно сделать связку, например, с Ежовским озером. И это может быть, потому что между ними можно сделать острова такие приподнятые, может быть, там веревочный парк. Это вот в самом начале, например, там, где есть выход на Ежовку. И, например, связка сейчас, которую ребята уже начали делать, это мост через Ежовское озеро. И, соответственно, потом можно будет подняться к Телебашне. То есть из Телебашни мы спускаемся вниз, переходим в Ежовку и попадаем, например, на большую площадку вот между Ежовкой и Хлыновкой. Там площадка была бы уместна. Ну, в общем, планы такие интересные. Слушайте, там в районе Ежовского озера вообще, мне кажется, возможно, экопарк может появиться в будущем. Светлана, спасибо большое. Светлана Кейкина с нами была на связи, начальник отдела зеленого строительства управления дорожной и парковой инфраструктуры. Про Ежовку продолжим. Я тут пропустила немножко, пока координацией занималась. Ваше видение. Как можно было бы объединить эти маршруты? Ну, в данный момент вот мы делаем тропу-мост к Ежовским родникам, и, конечно, в рамках нашего проекта у нас как бы не хватило, так скажем, средств, да, для того, чтобы благоустроить сами родники, вот это место, где вытекают родники из склона, да, и нам бы, конечно, хотелось продолжить нашу работу, вот, общую, да, по благоустройству этого места, да, вот, в рамках... И что будете делать? На следующий грант заявляться? Ну, вот сейчас вот нам надо обсуждать эти вопросы. То есть мы закончим с тропой, как бы реализуем вот этот проект, и в дальнейшем вот есть видение, то есть, возможно, будем заявляться на какой-то грант федеральный, да, вот. Может быть, еще объявят конкурс к 650-летию, то есть как, вроде бы говорили, что это не первый, то есть не последний как бы конкурс. Вот, город добрых соседей, мы напомним, да. Да, город добрых соседей, да. Возможно, и было бы это логично, да, продолжить вот эти работы, чтобы это был какой-то завершенный проект. Ну, чтобы впустую, что называется, да. Да, чтобы это было не впустую, да. Вот, ну и в дальнейшем, конечно, вот Хлыновка, она рядышком совсем с Ежовским озером. И вот мы когда 9 апреля проводили субботник, то есть я так скажу, что большая часть мусора, конечно, была как раз вот на стороне, так скажем, Хлыновки. Вот, да, то есть туда как бы, видимо, течением, разливом, да, вот половодьем приносит туда весь вот мусор, там бутылки, пластик вот этот. Мы, конечно, что могли, почистили, вот, но там большие заросли кустарника, вот, деревьев, поэтому ну, не везде можно долезть, так скажем. Да, и поэтому, естественно, что если сейчас вот, проведут расчистку еще береговой линии Хлыновки, то это будет уже, по крайней мере, в зоне доступности. И там и мы, как активисты, возможно, будем тоже подключаться, как бы устраивать субботники, чистить эту территорию. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы со стороны города тоже была поддержка и вот эти моменты как бы, ну, как тоже были запланированы уже в рамках деятельности городской администрации, да. А я вот не знаю... У нас реклама сейчас должна быть, полторы минуты. Напомню, что мы говорим о расчистке русла реки Хлыновка, большие очень планы. Вернемся и продолжим через полторы минуты.
Мы снова в эфире. Я напомню, что беседовать с деловыми людьми нам помогает салон ателье классических итальянских костюмов Марко Биантони на Карла Либкнехта 71. Марко Биантони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей, костюмы для торжеств и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон и услуги химчистки премиального уровня. Марко Биантони – это эстетика в каждой детали. Карла Либкнехта 71 рядом с Театральной площадью. Позвонить можно по номеру телефона 295-777. Спасибо нашим партнерам. Продолжаем. Еще один у нас специалист на связи, да? Представим его. Пока я не знаю, мне звукорежиссер... По-моему, звукорежиссер подсказал, что все в порядке, да. Есть? Да. Отлично. Дмитрий Дудин с нами на связи, заместитель руководителя, начальник отдела управления Росводресурсов, это Федеральное агентство водных ресурсов по Пермскому краю, Кировской области и Удмуртской республике. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Мы как раз на деньгах остановились, я так понимаю. Насколько сложно деньги привлекать вот под такие проекты? Федеральные деньги. Да, федеральные деньги под экологическую составляющую, я так понимаю. Но я задавала вопрос в перерыве нашим гостям, а почему нельзя как-то это комплексно-то сделать? То есть понятно же, что просто расчистка русла – это хорошо, но когда река использоваться начинает, это еще лучше. Людьми. Да. Имеем в виду, да, жителями города. Я понял, да. Спасибо за хороший вопрос. Тимур Ильич, я слышал его выступление. Вначале достаточно подробно рассказал о тех трудностях, о тех сложностях, которые сопровождают выделение средств из федерального бюджета. Мне бы только хотелось добавить, что вот эти средства на расчистку русла реки Хлыновки выделяются в рамках субвенции. Субвенции даются в рамках, опять же, переданных полномочий органов исполнительной власти субъектов по охране водных объектов. Поэтому вот то, что мы говорим про субвенции, достаточно жестко регламентировано. То есть их можно потратить только мероприятия, на какие мероприятия могут быть использованы субвенции. Это именно по охране водных объектов и по предотвращению негативного воздействия. Шаг в сторону, это уже, соответственно, нецелевое использование. Затем, с чего все начинается? Все начинается с инициативы. Инициатива должна идти от органов муниципальной власти. Эта заявка поступает в орган исполнительной власти субъекта. Субъект ее рассматривает на предмет вообще возможности финансирования за счет средств федерального бюджета по линии субвенции. В дальнейшем, опять же, в соответствии с административным регламентом по предоставлению средств федерального бюджета, должно быть проведено комплексное обследование того водного объекта, который предполагается в дальнейшем, по которому предлагается мероприятие. На который мы хотим потратить деньги. Да, да, комплексное обследование провели, соответствующий акт составили. Дальше начинается процесс мониторинга за данным водным объектом минимум 3 года. Параллельно разработка проектной документации, прохождение экспертизы, обсуждение всех вопросов, в том числе и слушал тоже вопрос, куда и как использовать извлекаемое донное отложение. Это тоже вопрос в проекте отражен, и он тоже должен быть учтен в проектной документации. Затем все это обсуждается на бассейновом совете. Получается одобрение либо замечание. После одобрения начинается работа уже непосредственно с распределителем средств федерального бюджета. Там желающих получать средства федерального бюджета, естественно, больше, чем самих средств. Понятно. Поэтому вот для того, чтобы все это срослось, это большая работа, которую специалисты знают, как это сложно. И я, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Министерству охраны окружающей среды за выполняемые ими работы. За то, что они прошли этот нелегкий путь. Да, это очень нелегкий путь. Дмитрий Викторович, вот смотрите, у меня такой вопрос. Если мы расчистим русло, создадим на берегах Хлыновки классные проекты к юбилею, где будут люди отдыхать, а потом эти фоточки сделаем, в отчеты все это включим, нам будет проще на остальные водоемы средства федеральные получать? Конечно, все равно мы работаем все вместе над историей взаимоотношения, в том числе с Федеральным агентством водных ресурсов. И позитивные примеры, позитивный отклик у нас на территории Кировской области есть. Это и объекты в Вятских полянах, и, надеюсь, будет такой же объект в Кирове. И я хочу отметить, что сейчас в приоритете именно те проекты, которые синхронизированы с проектами муниципалов,
По благоустройству там, получается, да? Да, там, угу. где идет связь, а не просто, значит, расчистили и забыли. Там, где есть связь и там, где есть перспективы использования данного водного объекта для людей, то есть в рекреационных целях. Ну вот. Ну, да. Вот. Угу. То, что мы, наверное, хотели услышать. То, что мы хотели услышать, да. Отпустим, да, Дмитрий Викторович? Не знаю, логичный вопрос. А можно мне, как жителю города, тоже... Пожалуйста, да, пару минут у нас есть еще, да. Да. Я хотел сказать, что здесь был вопрос о том, как использовать вот, территории, да, прилегающие к водным объектам. Хочу напомнить присутствующим в студии о том, что неоднократно поднимался и обсуждался, и были обсуждены эти варианты и проработаны по созданию ленточных парков вдоль рек. Да. Ленточный парк вот по Хлыновке намечался как раз от улицы Ленина и выше по течению. Там очень хорошая зона, которая, возможно, сделать просто изюминкой этого микрорайона. Относительно чистая такая, да? Ну. Да, относительно чистая, относительно свободная от застройки, что немаловажно. Это как раз вот в ту сторону, дальше. Где... Ну, дальше. От Ленина и на запад. От Ленина и на запад. От реки. Мы чистим этот участок. Озеро, да, непосредственно. И второй момент еще уточнение по озеру Вижовскому. Хочу сказать, что мы же в этом направлении тоже движемся. И на крайнем заседании бассейнового совета уже было рассмотрено мероприятие под названием «Российское озеро Вижовского». Поэтому, опять же, мы идем вот... таким же путем, как по Хлыновке, но тем не менее мероприятие это у нас на слуху, оно включено в программу и уже получило поддержку как концепция в целом на бассейном совете. То есть Ежовку будут чистить, будут чистить, расчищать? Или запланировано. Запланировано. Пока. Долгий, то есть это долгий еще путь. Надо отбор пройти. Но это судя не... по Хлыновке, если с 2016 года все это начиналось, то смотрите, сколько времени есть. Да. Будем оптимистами 3 года. Хорошо. Будем верить в лучшее. Спасибо большое. Дмитрий Дудин, заместитель руководителя, начальника отдела управления Росводресурсов по Пермскому краю Кировской области, Удмуртской республики, был с нами на связи. Меня там еще момент заинтересовал со Светланой Кекиной, когда общались. Тимур, зарыбление еще планируется, да, Хлыновки? Насколько это целесообразно? Зарыбление у нас проводится в части выполнения компенсационных мероприятий, которые наносятся при выполнении любых работ, связанных с использованием водных объектов. То есть, естественно, здесь будут выполняться работы, о чем Владимир говорил, будет подниматься муть, будет, естественно, среда обитания отдельных водных организмов, там, биозонтос, планктон, нарушена, и чтобы это компенсировать, предусмотрены вот эти мероприятия. Проведен в рамках проектных работ расчет, какое количество необходимо выпустить у нас мальков, рыб. Определились, что это будет стерлить, 800 мальков, и выпускать ее будем в городе Кирове. А как-то отслеживать будут, чтобы ее не вылавливали? Ну, она же маленькая, она 3 грамма. Она же вырастет. У нас стерлить у нас на протяжении последних лет она в приоритете как-то, вот, да, несколько раз в год это в целом это же выпуск. Стерлить это особо ценный вид рыбы. Ну, конечно, то есть она обитает в Вятке, исконно обитает. И, конечно, мы планово стараемся выполнять мероприятия, во-первых, выпускать именно стерлить Вятку, а во-вторых, на чем сконцентрируемся, чтобы выпускать стерлить в среднем и верхнем течении. То есть, чтобы она не уходила у нас там куда-то в Каму, да, осталась все-таки здесь, живой чтобы Вятке. Чтобы она в Кирове осталась. Вятке. Ну, как минимум в Вятке. Прописка кировская. Чтобы не уезжала туда, где лучше. Это тоже очень большая, сложная работа, потому что решение принимают там наши коллеги с Федерального агентства по рыболовству. Они говорят, пользовались Вяткой в Кирове или там в Чепецке, а рыбу будем выпускать в Республике Татарстан. Вот мы считаем, что это неправильно. Мы поддерживаем. Спасибо большое нашим гостям. Тимур Абашев, Сергей Лутошкин и Владимир Селезенев были в студии. Мы прощаемся. Не забывайте второй час. Через 25 минут. Кадровый рынок. Да.